В Курской области стартовал педагогический марафон. Конкурсы, выставки, семинары, десятки мероприятий, цель которых – объединить учеников общеобразовательных школ и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Все они посвящены 120-летию со дня рождения Льва Выгодского. Его считают родоначальником отечественной дефектологии. Одна из известных теорий ученого посвящена социальной реабилитации детей-инвалидов. Он считал, что особыми ребятами делает не диагноз, а изоляция от здоровых сверстников. Каждый имеет право на выбор – учиться в коррекционной школе или общеобразовательной. Сегодня учебные заведения готовы принять особенных учеников. Были проведены работы по архитектурному дизайну зданий. То есть это входы, это пандусы, это специальные дорожки, которые светоотражающие. Но на этом работа, безусловно, не ограничивается. Она связана с достаточно масштабной подготовкой педагогических коллективов и детей к тому, чтобы эти дети были приняты, чтобы они органично вошли в среду общеобразовательной школы. В ходе марафона специалисты будут делиться опытом работы с детьми, которым нужно особое внимание. Впервые в нашем регионе они будут соревноваться в конкурсе профессионального мастерства «Специальный педагог 2016». Завершится марафон 17 ноября, в день рождения Льва Выгодского.